В Египте после обильных осадков и наводнений река Нил сильно загрязнилась. Местным властям даже пришлось остановить несколько основных водопроводных станций. В результате ряд районов страны остался без питьевой воды. Страна, где проживает около 92 миллионов человек, располагается в пустынной местности и почти полностью зависит от Нила как в плане питьевой воды, так и хозяйственных нужд. Но вот когда будут запущены системы фильтрации, пока не сообщается.